Прежде чем выбросить или отдать свою одежду, обязательно сделайте это. У каждого в доме накапливается одежда, которую жалко выбросить. Может, еще когда-то пригодится. Может, воспользуюсь ей. Думаем мы. Но в итоге мы очень редко пользуемся ей по истечению какого-то срока, а то и вовсе больше никогда не достаем ее. Вещи накапливаются и занимают много места в доме, да и накапливают негативную энергетику. Поэтому рано или поздно встает вопрос, что же делать со старой одежкой, куда ее девать и как не повредить энергетику человека, который ее носил. Старые вещи категорически нельзя выбрасывать в мусор, так вы просто выкинете свою энергетику. Одежда будет притягивать к себе негатив, передавая его вам, что в будущем притянет к вам неудачи, проблемы и финансовые потери. Чтобы этого не произошло, от вещей нужно правильно избавляться. Их лучше раздать, продать или отдать людям, которые в них нуждаются. Когда вы решите раздать ваши вещи, это нужно делать и без капли сожаления, и с чистым сердцем. Не нужно в этот момент думать, что, возможно, я еще могла бы воспользоваться этой одеждой. Если вы будете отдавать вещи с сожалением, вы не разорвете энергетическую связь их с вами, и таким образом можете отдать новому владельцу часть вашей энергии, удачи и финансов. Еще перед тем, как отдать вещи, нужно провести ритуал по разделению вашей энергетики и вещей. Для начала одежду нужно постирать, добавив в воду для стирки 3 чайные ложечки соли. Это очистит энергетику вещей. После того, когда высушите их, возьмите каждую вещь, которую собираетесь отдать, тряхните ее, проговорив такие слова. Вещи в соли постирала, энергетику с них забрала, после этого вещь стряхнула, для энергетики новый канал запустила. Кто эту вещь теперь возьмет, тот с ней связь и обретет. После этого складывайте вещи сразу в пакет и постарайтесь в ближайшее время их отдать. Также можно сложить все вещи, которые хотите отдать, в одну сумку и попросить у человека символическую плату за них. Это может быть и пара копеек, главное, что вы разорвете с вещами связь самым простым способом. Так будет считаться, что вы их продали, а не отдали. Если вы надумаете кому-то отдать свою обувь, возьмите символическую плату за нее, а если вдруг это благотворительность и такой возможности нет, то насыпьте в них соль, потрясите обувью и проговорите. Солью очищаю, всю энергетику свою с обуви забираю. После этого вытряхните из них соль, потом можете спокойно их отдавать, они больше не имеют вашей энергетики в себе. Надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.